Здесь нет привычных парт, школьной доски и всего, что напоминало бы учебный класс. Коворкинг-центр – это то удобное пространство, где школьники могут в свободное время в неформальной обстановке провести, например, мозговой штурм, обсудить свои идеи и даже поделиться сокровенным. Ученики школы номер 18 рады, что теперь такое место есть. Есть проектная деятельность в 10 классе, и каждому нужна поддержка для того, чтобы правильно спроектировать, поставить цели, задачи. И это место помогает. Сейчас это будет намного легче собраться в определенном месте, а не выбирать свободный класс. Для этого в одном из кабинетов полностью сделали ремонт, закупили новое оборудование и мебель. Коворкинг-центр получился ярким, современным и удобным. А главное, он оснащен так, что здесь можно организовать и круглый стол, и конференцию, обучение и многое другое. Это пространство пустовать не будет. Здесь мы планируем мероприятия различного формата. Это будут и официальные встречи, и неформальные встречи, семинары, практикумы, мастер-классы. И я уверена, что это будет место полезным не только для учащихся нашей школы, но и станет местом притяжения учащихся всех школ города в рамках реализации совместных проектов. Уже в сентябре в коворкинг-центре планируют провести классные встречи, слет активистов, мастер-классы и интеллектуальную игру для старшеклассников «Тобольск настоящий». Елена Макова, Рустам Рузеев, Тюменская служба новостей.